Накануне Дня Святого Николая в Доме с Ангелом состоялась благотворительная выставка. «Подарить радость деткам» решили члены Национального союза художников Украины. Они представили более 40 разнообразных работ. Здесь сияет художественное стекло, большая редкость для Одессы. Традиционно художественная керамика, это всегда было. Теперь мы все ударились в легкий шикарный батик. Есть у нас художественное дерево, есть у нас коллаж. В честь 220-летия Одессы, Одесса – жемчужина у моря. И в честь Рождества под нос – рождественская звезда. Детки, которые, может быть, от рождения лишены какой-то гармонии, вот все-таки эта выставка может им показать, что гармония нашего мира, что она присутствует, что есть красота. Я отмечу, что выставка будет представлена до Нового года. Посетить ее может каждый желающий.